Последствия сильных дождей стали одной из острых тем прямых телефонных линий. Они прошли сегодня во всех исполкомах. Теплица разрушилась, урожай погиб. Вот посмотрите, в огороде все погиб урожай. После дождей дворы домов и огороды в деревне Городчина затапливает. Вода заходит под фундаменты, теплицы превратились в бассейны, сараи разрушаются. Ни пройти, ни проехать и по дороге. Виной всему отсутствие ливневки. Со своей проблемой люди обращались и в сельсовет, и в местный жилкомхоз, но безрезультатно. Сегодня позвонили в две инстанции – Могилевский рай и облисполкомы. Когда шел сильный ливень, у нас было залито озеро сплошное, вот это все было залито, ну, не было видно грунта. Соответственно, все подтопило, и все, деревья поповалились, урожай пропал, во всех пропал урожай. У меня в дом идет вода, вы снимали, видели. И просим сельсовет, райисполком, помогите. Было обращение граждан из поселка Мирно о том, что забита канализация. Выехали люди, посмотрели, приняли решение, канализацию почистили, промыли. На сегодняшний день канализация работает. Но и учитывая то, что сегодня непростые погодные условия, дождь, ливни, периодически происходит подтопление. Вот пример яркий – это в Садовом товариществе «Химик-2» залило дачные участки. Последствия ливня, который прошел в Могилеве, в прошлое воскресенье устранили, прочистили ливневки на городских дорогах. Но сегодня ночью снова был сильный дождь, и с утра бригада вновь выезжала на откачку воды. В основном речь шла о частном секторе.